начале нового учебного года. Значит, записалось 460 человек. Программа та, которая опубликована была в наших средствах массовой информации, она не совсем точная. Точная та будет, которая на сайте Ленру пока, если повесили, и в СДО, это для тех, кто будет учиться. Там в системе дистанционного обучения вся эта программа уже висит. Значит, что еще? В этом году мы нетрадиционно начали первое занятие. Обычно мы по средам в 19. В этом году в связи с тем, что мы поменяли помещение, в связи с тем, что, скорее всего, будет очень много людей, и помещение нужно будет больше, чем обычно, мы перенесли это на 4 число, то есть на пятницу. 18:30 собираемся в метро Политехническое, оттуда стройными рядами идем в помещение, там, где будет проходить первая лекция и, наверное, второй семинар там будет проходить. Вот. Если кто-то будет слушать, смотреть, не опаздывайте, потому что возможности прибегать потом и сопровождать тех, кто опоздал, скорее всего, не будет. То есть, если вы опоздаете до 18:30, то вы уже не попадете. И все. Преподаватели извещены, так понял, все знают, когда у них будут занятия. Ну, готовы начинать. Все, вопросы есть у кого-то? Да, есть вопросы. Пожалуйста. А занятия во сколько начинаются? Как обычно, в 19. 19, то есть 18:30 только сбор у метро? Это первое. Я еще раз говорю, мы в другом помещении будет первое. То мы собираем всех у метро Политехническое. Начинаем собираться в 18, заканчиваем собираться в 18:30, а в 18:31 мы идем в помещение. Все вместе, кто собрался. Кто придет позже, будет около метро плакать, ждать следующего раза. Скорее всего, трансляция будет, то есть можно будет онлайн смотреть. Все, кто в СДО записан на первый курс этого года, сможет смотреть онлайн. И онлайн обещала еще это... Ленру вести онлайн, скорее всего, или в этом будет, в Ютубе или в ВКонтакте. Причем она обещала не кусками, как мы обычно там, кусок, а от начала до конца делать онлайн-вещание. Можно смотреть будет. Но опять же, надо в 19 подключиться и посмотреть. Опять же, только слушатели первого курса могут смотреть, потому нет, это с СДО могут смотреть только слушатели первого курса, а все остальные там уже как кто подключится, если есть желание смотреть.